несколько лет назад здесь мы по просьбе наших друзей Старой Русы возвели сруб и изготовили крышу с охлупнем, с потоками и курицами для усадьбы средневекового рушанина. Рушанин – это житель Старой Русы, который занимался солевым промыслом в Средневековье, то есть много сотен лет назад, но следы жизни и работы решили наши друзья создать здесь, на этом самом месте, там же, где он жил и работал. Для этого подошел лучше всего именно и наш материал. Сухостойная сосна серого цвета отразила тот вид здания, который был принят тогда. Диаметр бревна 34-36 сантиметров, вес каждого 200 килограмм. Кое-что здесь сделано, конечно, по упрощенной модели. Огромные окна, перекрытые горбылем-наличником, конечно, не отражают реальную картину, но в целом общий образ старой избы ухвачен.